все равно надо иметь в виду, что если даже мы защищены, все остальные рядом тоже должны быть защищены. Вот 30% это ничего, ни о чем. 0-30 без разницы. То есть три человека стоят, один из них защищен, двое не защищены, значит, двое переносчики не являются. Если бы был 60, трое стоят и двое защищены, один не вакцинирован, да, тогда остановка происходит. И в популяции также. Пока 60% вакцинации в популяции мы не наберем, пока двое из трех участников не будет защищены, третий, конечно же, будет опасен.